Лето – это долгожданный сезон для всех жителей России. Именно сейчас начинают созревать все фрукты и ягоды. Не упустите момент. Одним из ценнейших продуктов огорода является огурец. Впервые его обнаружили в Индии еще 6 тысяч лет назад. В своем составе огурец содержит 96% воды и занимает лидирующее положение. Всего 300 граммов этого овоща в день обеспечивают ваше тело витаминами С и В. Огурцы нужно есть свежие, не вялые, не соленые и не маринованные. Кожицу с огурцов ни в коем случае счищать не нужно. Она богата клетчаткой и витаминами группы А, которая необходима для зрения. Также в огурцах много минеральных веществ и соединений – кальция, калия, железа, йода, фосфора, органических кислот и клетчатки. Эта диета является мочегонной, поэтому люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы должны обязательно посоветоваться с лечащим врачом. Также диета противопоказана людям, страдающим гастритом и колитом. При соблюдении диеты необходимо принимать комплекс витаминов, так как в огурцах их очень мало. Огурчики нужно кушать каждый день, целую неделю. Похудение происходит до 1,5 кг в день. Огурцы ускоряют обмен веществ, и за счет расщепления жира вы будете худеть. Сочетание мочегонного эффекта со способностью уменьшать жировые отложения делают эту диету лидером в похудении. Особенно уязвим к огуречному соку жир на животе. Кушать нужно 5 раз в день. 3 основных приема пищи плюс второй завтрак и полдник. Соль использовать нельзя, можно заменить порошком ламинарии. Сахар тоже заменяем на натуральный мед, но не более 3 чайных ложечек в день. Итак, давайте рассмотрим приблизительное меню этой диеты. На завтрак вы готовите свежий зеленый чай, либо же варите чашечку свежего кофе. Вместо сахара используйте 1 ложечку меда. Второй завтрак. Можно взять 2 огурца с ломтиком ржаного хлеба. Ржаной хлеб можно заменить живым хлебом, либо хлебом с содержанием различных подсолнечных семечек, орешков, отрубей, либо же льна. На обед вы можете взять 1 яйцо и 2 огурца. Или 200 граммов отварного риса и 2 огурца. Можно сделать салат из огурцов и помидоров. На полдник используем любые свежие фрукты в количестве 1 или 2 штук. На ужин точно так же можете сварить чашку горячего кофе, либо же зеленого чая, и добавить туда 1 чайную ложечку меда. И готовим салат из любых овощей с преобладанием, конечно же, огурца, с добавлением растительного масла, но без соли. Посолить можно размолотой ламинарией. Не забываем о том, что при любой диете в течение дня нужно выпивать до 2 литров чистой воды. Желательно это сделать перед первым завтраком, между приемами пищи и, конечно же, на ночь. Вода поможет дополнительно вымыть все шлаки из вашего организма, тем более, что на улице лето и ваше тело нуждается в дополнительной влаге. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Приятного вам похудения и до новых встреч!